Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп. Дятел Тук-Тук играет со своим любимым пингвиненком. Игрушечный пингвин плачет. Привет, хоп-хоп. Привет. Кто тут плачет? Это игрушечный малыш. Поможешь его успокоить? Давай попробуем покачать малыша. Вот так. У хоп-хопа отлично получается. Тук-тук, а ты куда? Ого! Дятел нашел игрушечную коляску. Поехали! В коляске можно покатать пингвиненка. А что это? Теплая одежда и бутылочка. Ой! Тук-тук, это игрушечная бутылочка. Она не для тебя. А это для тебя. Игрушечный пингвин пьет водичку и закрывает глаза. Поехали гулять. Совенку Хоп-Хопу гулять некогда. Он должен приготовить малышу обед. Хоп. Хоп. Нужны кастрюля и половник. Плита. Стакан с крупой и поварской колпачок. Игрушечная каша будет из разноцветных бусин. Включаем плиту. Мешаем кашу. Хе, вкусно! Тук-тук, каша готова! Быстрее! Малышу пора обедать! Кладем кашу в тарелку. Приятного аппетита! Поели, а теперь гулять! Птички решили прокатить малыша с горки. Вперед! Хоп-хоп будет ловить малыша внизу. Поймал! Теперь ты, Тук-Тук. Играть вместе так весело, правда? Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп.
Совенок Хоп-Хоп надел каску и куда-то несет большой красный куб. А, сегодня он строитель. Привет! Здравствуй, строитель Хоп-Хоп. Ты собрал дом из кубиков? А может быть, это автосервис? Дятел Тук-Тук привез сломанную машинку. Сейчас мастер Хоп-Хоп все починит. Вот, у машинки нет колеса. Что делать? Ха! В своем автосервисе Хоп-Хоп нашел колесо. Поставим его на место. Готово! Тук-тук прикрепил к машинке веревочку. Поехали! Машинка едет на прогулку. Какая красивая бабочка! А это божья коровка. Она полетела и села на Хоп-Хопа. Птички, смотрите! Божья коровка – пассажир. Она заползла в окошко. Божья коровка, пора выходить. Открой дверцу, совенок. До свидания! Интересно, куда божья коровка полетела? Ого! Она нашла детали от игрушечной машинки. Разноцветные фигуры, которые можно вставлять в окошки. Поиграем вместе. Загрузим детали в машину. Звезда. Круг. Квадрат. Получилось. А это что? Муравьи снова что-то утащили. Муравьи, это наш треугольник. Его тоже нужно загрузить в машинку. Тук-тук, попробуй. Нет, нужно найти треугольное окошко. Да, это оно. Молодец! Ого! Совенок привез тачку. Что ты придумал, Хоп-Хоп? Ты будешь что-то строить? Выгружаю! Птички построили горку для машинки. 3, 2, 1, запуск! О, как далеко! Ой, а вот и детали. Можно играть снова. Совенок, совенок, хоп-хоп. Танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет хоп-хоп и прячется лучше всех. Совенок Хоп-Хоп. На дороге лежат разноцветные детали магнитного конструктора. Муравей хочет поднять треугольник. Тяжело. Друзья уже бегут на помощь.
Треугольник легкий, но его держит магнит. Тяните сильнее. Ой! Дятел Тук-Тук тоже хочет поиграть в конструктор. Тук-Тук сделал из квадратов очки. А вот и совенок Хоп-Хоп. Привет, Тук-Тук! Что это? Магниты! Их очень много. Соберем детали. Отличная идея. Магниты можно положить в кузов грузовика или в мотоцикл. Каких только форм и деталей здесь нет. Треугольник, шестиугольник, ромб, квадрат, трапеция и круг в квадрате. Все собрали. А это колеса с шасси. Совенок сделал из них ролики. Ой, ты не ушибся, Хоп-Хоп? Давайте играть осторожно. Птички приехали домой собирать из конструктора машинки. Разложим все детали на столе. Колеса тоже поставим на стол. Давай собирать. Шасси готово. Присоединим квадраты. А это что за детали? Шестиугольники и ромбы. Снова квадраты. Хорошо, что у птичек так много деталей. Ха! Какая машинка получилась? Это трактор! Поехали! Этот трактор ездит очень быстро. Тук-тук взял веревку с магнитом у грузовика. Отличная идея! Помедленнее, Тук-тук! Авария! Ах! Соберем что-нибудь еще! У этого шасси 6 колес. Что собирают птички? Труба. Птички собирают паровоз. Внимание, поезд отправляется. Пассажиры, занять свои места. Муравьи бегут к поезду. Счастливого пути!